Впервые состоялась республиканская олимпиада для сельских школьников. Посылом стало то, что в новом учебном году особое внимание будет уделено ученикам именно сельских школ. В этом направлении активно начали работать сотрудники Министерства просвещения. Цель состоит в том, чтобы выявить одаренных, талантливых учеников сельских образовательных учреждений, выразить им поддержку, а также мотивировать к участию в международных олимпиадах. Право на участие в олимпиаде будет предоставлено обучающим выпускных классов с 9 по 12. Отбор проходит в два этапа. Отличники районных олимпиад получат возможность принять участие в республиканском конкурсе знаний, а участники заключительного этапа принимаются в республиканскую школу для заочного получения дополнительного образования. Победители, получившие диплом первой степени, приглашаются на учебно-тренировочные сборы и получат путевку на национальную олимпиаду по общеобразовательным предметам.